Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Я не могу прочитать. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Сегодня я художник. О, я вас не забыл. Чего изволишь? Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Сюда. Атрей, ко мне! Я иду, иду! Да? Лучше. Отец, можно, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Работает! Не соврала! Идем, закончим дело. Thank you.
развалины. Перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Ничего. Просто! На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Вдруг есть второй световой кристалл. Загадка поможет. Что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Я почти разобрался. Руны? Я могу... Руны. Это ответ на загадку из чаши? Они значат свобода. Попробуем. Что в загадке? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. А что бывает не вросший корень? В общем, наверное, свобода. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Просто! Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Великаны – просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой. Но он такой один.
Похоже, больше нет. Возможно, это что-то ценное. Сын. Слушаюсь. Интересно. Его бы сыр.
Атрей, ко мне! Эй, еще один кристалл. Ты только посмотри, тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно. Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы.
Мы перебрались. Читай. Слушаюсь. О, это Walkthrought. Один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Машину, конечно. Ищем путь наверх. Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. А? Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажег тут факелы? Но свет не нужен. Смотри в оба. Хватит! Ну я же просто... Ладно.
Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Атрей, ко мне! Ладно, я иду. Похоже, тут что-то перевозили.